Итак, в этом году Молдову на престижном международном песенном конкурсе Евровидения представит группа Sunstroke Project. Песня этого известного коллектива «Hey Mama» набрала наибольшее количество баллов при сложении итогов голосования жюри и зрителей. Теперь у ребят впереди много работы. Например, по регламенту международного песенного состязания участникам необходимо представить клип на выигравшую песню до 13 марта, который будет визитной карточкой группы и разойдется по многим европейским каналам. А так как финал национального отбора проходил 25 февраля, у группы совсем сжатые сроки. Мало того, ребятам уже поступило предложение отправиться в тур по Европе, который стартует 4 марта. У нас остается только 2 дня для того, чтобы закончить видеоклип, оставить его на постпродакшн, а самим уехать в Европу, покорять европейскую публику. Ну а пока ребята будут зажигать на европейских сценах, над клипом будет трудиться известный молдавский режиссер Игорь Левинский. Главными действующими лицами этой маленькой музыкальной истории станут невеста, жених и его теща. А вот в чем вся соль клипа, ребята раскрывать не захотели, так что придется дождаться его выхода в свет. О! Нормально. Давай еще. У меня не получается без вот этого, чтобы было все-таки. Хочется. Вообще, ребята настроены очень решительно и уверены в своих силах. Так, выступить, чтобы люди, посмотря на нас, сказали, что да, ребята достойны, ребята хорошо выступили, красиво представили нашу страну на Евровидении, а какое место мы уже займем, это уже другой разговор. Ну и, конечно же, попасть в финал. Это наша задача number one. Это number one задача, да, вернуть Молдову в финал Евровидения. Sunstroke Project уже представляли Молдову на Евровидении в 2010 году в тандеме с певицей Олей Тира. Тогда они заняли 22-е место. На этот раз Молдова выступит в первом полуфинале конкурса, который состоится 9 мая в Киеве. Пожелаем ребятам удачи! Возвращайтесь с победой. Аминь. Супер! Есть! Отлично!